Всем большой привет! Сегодня к чаю у меня очень вкусная выпечка, которую я готовлю с замороженными ягодами. В глубокую емкость вливаем яйца, всыпаем сахар и все хорошо взбиваем миксером. Яичная масса должна немного посветлеть. Вливаем растительное масло, кефир и перемешиваем. Всыпаем муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Вот такой консистенции должно получиться тесто. Дно формы для запекания устилаем пергаментной бумагой и смазываем всю форму растительным маслом. Вливаем половину теста. В виде начинки я буду использовать садовую клюкву. Она немного кислая, поэтому я ее присыплю сахаром. Выкладываем ягоды. И закрываем тестом. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40-45 минут. Пышный, воздушный, а самое главное, очень вкусный пирог. Ягоды можно выбирать любые, замороженные или свежие. Вот так легко и просто можно побаловать свою семью, приготовить такую вкусняшку. Пробуйте, готовьте, а я буду желать вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной, подписывайтесь на мой канал, ну и всем пока-пока!